Оскара переговариваю, потому что он мозг, который воспитал этот кот. Шагает. Рыгаленько, все нормально. Ну, закинул два раза, пеняет из меня. Так все нормально. Что вы можете сказать по поводу вашей работы на лошади? Да неплохо. Неплохо? Понятно. А это Оскар. Он взбесился, потому что он бешеный. А это Мэмори, которая его взбесила. Что закричала ему. Да? А это Лена, которая управляла вот этой лошадью, которая закричала вот этому коню, который взбесился. Все. Все, раз один. Отстань. Ну, пожалуйста. Давай. Да отстань. Давай, ржи за кадром. Сейчас умрет, блин. Что можешь сказать по поводу вашей гостиницы? Нет. Ни в одном глазу, как бы. Ой. Не надо. Блин, у меня была офигенная фотка. Я кушал. Морковку ел. Да, мы по-корейски. Вот так просто себя забьем. А это, короче, наша семья. Да, мой любимый Сеня Быков. Дружная семья. А где этот добрый? Где кипятильник? Давайте дошик сделаем. Видишь, какая вся заботливая жена дошик заваривает. Что? Чё? Мне хромосома никогда не помешает. Я перелол через бок стакана. И чё, была прикол? Была прикол? Неважно. Был кипятильник в бочке собаки. Чё за психи? Да. Дина, в чём? А ты у него бабло сперла, пока он забыл. Это дура сказала, что там есть водичка в кулере. Я не попала на. А ты к чему сказала-то? Что за дёрганная? Она мне взяла ключ и такая, типа, да мне насрать, чё это ключ? И ты такая, Лера, ты не попадёшь домой. И ты такая, что? Вот так грустно. Сожрать его. А, кажется, ты снимаешь. Вот это нифига не... Всем привет, с вами Лера Хорс. Сегодня мы идём... значит, в магазин. Блять, там машина. Ой, там машина. Потому что, как бы, все хотят кушать, все хотят чаю, вот. Да, нам надо в магазин. Приедет. Мы идем очень дружной, веселой компанией. Со мной... Здесь Паша, Лена, да. Ксюша, Дина и, конечно, Валерия Хорс. Я Лера Хорс, да. Давно ты Валерия Хорс? Сегодняшнего дня. У нас тут только Ксю Хорс. Тихо! У нас Валерия Хорс. Я Лера Хорс, у всех тут припадки, но... Ребят, мне как бы по кустам не осетит. Я адекватная. У меня вопрос. Вопрос! Че ты орешь, что сейчас я маньяк не сожалею? Всех маньяков! Правда! Всех маньяков! Что? Куда скидывать деньги на лечение, Лере? Короче, дебил, я хочу всех лечить. Малахов, нет. Если я упаду... Я еще как в платье. Если я упаду... Если... Лера, там кто-то... Да, Твои хейтеры. А я же за ЗОЖ! Не хотят, чтобы я говорила так плохо о своем коне. Хочу рассказать немножко о себе. Я ЗОЖница. Почти. Как бы... Я не пью, я не курю. Я веду здоровый образ
образ жизни, я занимаюсь конным спортом. Вот. А вот это все, они вообще алкаши. Твоя ДНК смешалась. Я сейчас читаю про маньяка-убийцу, который вырывает другим органы и приживляет себе. Вот, короче, а я читаю «Войну и мир». Читайте русскую литературу. А я читаю «Мертвые души». Слушай, Леша, ты малолетка. Эй. Хочешь, я скажу тебе, в чем смысл «Мертвых душ»? Не знаю, я не читаю. Короче, мужик покупал душу, спал. Чичика. А ничего, что я не читаю «Мертвые души»? Ездить по всяким чувакам, которые тебе интересно. Дайте я скажу, скрытый смысл. Я не читала я «Мертвые души». Я тебе говорю об этом. Дай я пока говорю. Ребят, тихо, дайте камеру пока. Я теперь «Мертвым душам». Короче, на всех у меня есть досье. Короче, просто, короче, вот, блин, сейчас такое ощущение, что я снимаю ужастик, на самом деле, да не так. Короче, я вообще за ЗОЖ, но у меня на каждого из них есть, короче, досье, и я знаю, что каждый из них все, что делал, вот, и они мне просто все сливают, и я такая, типа, да-да-да, я не расскажу, а потом все, короче, знаю. Я ЗОЖница, на самом деле. А какая разница, я все равно же говорю. Я хочу рассказать вам о том, как я познакомилась с ними. Это было на в пиво, шучу, на тусовке. Там, где все были вегетарианцы, все были ЗОЖницы, ЗОЖники. Ты с кем знакомство рассказываешь? С вами. На самом деле это шутка, я просто очень люблю шутить. Я вообще хочу быть Петросяном, но так как Петросян уже есть, я думаю, мне не стать Петросяном. Я очень... Стать Мишиной, да? Да, я впадаю прямо в панику из-за вот этого. Ну, когда понимаю, что, блин, Лер, ну не добиться тебе таких высот, как Петросян. Ну, смирись. Останься на своем уровне. Кривого зеркала. А Паша, короче, он хотел выпендриться. Вот, и он типа думает, что он круче Петросяна, на самом деле это не так. Вот, а короче, они идут по какому-то минному полю, вот на ладошке прямо. Нам надо сходить, как бы купить, пожрать. Блин! Что это было? Это была грязь, я думала, это была большая какашка. Как бы мы с Диной, вот, по-моему, самые адекватные из всего вообще общества, потому что, как бы, ну, понятно, да, уже вот с первого вида понятно, кто тут зожники, а кто тут алкоголики. Вообще, вот. Вот она, вот там в красной футболке девочка, она вообще пьет больше всех. Больше всех, вот она прямо вообще, вот, не может, прям она не прямо, понимаю, она скрывается от всех, но да. Все как бы понимают, что на самом деле... Она пьет и курит, и вообще она просто делает вид, что она трезвая. На самом деле она постоянно алкоголик себя ведет. Посмотрите ее видео, она на всех видео пьяная. Там. Такое ощущение, что это синяк. Ну, я хотела сказать, что я типа Ксюша Хорс, только я Лера Хорс, потому что... Вы в курсе, что мы вдвоем весь мир заплатили? Ты Ксюша сказала? Ну, понятно, в принципе, почему я считаю себя адекватно их алкоголиками. Наши. Ну, чувак какой-то велосипедист проехал, конечно же, по ним, потому что, ну, как бы, потому что им насрать, куда идти. Ну, короче, хочу передать привет всем своим знакомым. Кате, Вике, всем девочкам на планете. И вообще я считаю, что как бы... Ну вот видите, у меня мой же канал пытается отобрать. Ну вот, это вообще нормальные люди, нет? Да Буш, отстань, я говорю на камеру. Паш, тебе дашь камеру? Ладно, это не запомнишь. Что? Я хотела типа дать... Буш, иди к ним. На ладошке. Ну, не знаю, как бы, у меня нет такого взаимоотношения с лошадьми, взаимопонимания, как у Ксюши, но мой говнюк тоже нормальный, да. И я думаю, надеюсь, что в Костроме я проеду на нем хорошо. Даже если это будет последний старт и вообще поездка у меня на нем. Ну, не знаю, как судьба ляжет. Ну, конечно, очень грустно расставаться с лошадью, с которой ты был с самого начала, но... Ну, не то, что с самого начала, его. Но как ляжут карты. На самом деле, я, короче, вообще дерьмовый видеоблогер, но вот так вот. А с Ксюшей мы познакомились
на очередных соревнованиях у нас в Ярославле. Она приехала, и мы... Почему они все отбирают камеру? Неужели я такая плохая? Почему Паше все всегда дают, а меня все отбирают? Лер, там на минуту не хватит времени.